станет понятнее, и они станут ценить этот вид спорта еще больше. Софья Мишина на льду. Она из Москвы, тренируется у Жанны Громовой. На чемпионате России прошедшего сезона она была 14-й. Розовая пантера. Софья Мишина со стадиона «Юность Москвы». В этом году приняла участие в 5 турнирах, в том числе в 4 этапах Кубка России. Дважды добиралась до пьедестала. Но вот, например, на открытом первенстве Москвы заняла только 29-е место. Потому что, я так понимаю, не отобралась в финал и в произвольной программе не принимала участия. Ну что, многое не получилось. Немножко даже вот сбавило нам темп.